Напомним, масштабная реконструкция стартовала 3 года назад. В рамках первого этапа построили новое футбольное поле, легкоатлетические дорожки, модульные раздевалки. В рамках второго этапа началось строительство трибун и подтрибунных помещений. Закуплено дополнительное оборудование, начиная от мебели, заканчивая стеллажами, шкафами, медицинским оборудованием, видео и аудиооборудование, то есть весь комплекс того, чего необходимо для организации, скажем так, такого большого масштабного объекта. Двухэтажное здание включает в себя трибуны на 1500 мест и подтрибунные помещения, спортивные, тренажерные залы, легкоатлетический манеж, велобазу. По словам министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, объект введен в эксплуатацию. Это говорится на сайте правительства региона. Спорткомплекс построен в рамках федеральной программы «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография» на сумму более 340 миллионов рублей.